Глава Чувашии перед депутатскими каникулами встретился с руководством парламента республики. Во встрече также принимал участие глава Чебоксар Леонид Черкесов. Михаил Игнатьев поблагодарил руководителей комитетов Госсовета за эффективную работу. Он также отметил, что в связи с изменениями в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, депутатам на уровне республики тоже необходимо внести соответствующие поправки в законодательство. Глава Чувашии просил в первую очередь обращать внимание на чаяния жителей республики. Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Николай Малов сообщил, избиратели все чаще поднимают вопрос о возвращении прямых выборов глав районов. Его поддержали и другие председатели комитетов Госсовета. Михаил Игнатьев подчеркнул важность принятия взвешенного решения, в котором должно быть максимально учтено мнение большинства избирателей Чувашской республики.